три, четыре! Тима, Тома, Тима, Тома, лучшие друзья! Тима, Тома, Тима, Тома, им скучать нельзя! Лето и зимой, громче ты слепой! Тима, Тома, Тима, Тома, что-то не садится дома! Тима, Тома, Тима, Тома, не разли вода! Тима, Тома, Тима, Тома, весело всегда! Летом и зимой, громче ты слепой! Тима, Тома, Тима, Тома, что-то не садится дома! Тима, Тома, Тима, Тома, что-то не садится дома! Да! Тима, Тома! Тима, Тома! Тима, Тома! Девчонок не берем! Я быстроногий мустанг! Быстроногий мустанг, подожди! Тебе надо больше тренироваться, могучий буйвол! Я тоже хочу играть с вами в индейцев. Давайте я буду порхающая бабочка. Ну нет, мы девчонок не берем. Девчонки не бывают великими вождями. Ну и не надо, ну и пожалуйста. Мне что-то надоело играть в индейцев. Пойдем посмотрим, что там у поросят. Готово! Привет, ребята! Мы тоже хотим с вами играть. Мы индейцы не принимаем, только поросят. Только у поросят получаются лучшие в мире куличики! Да! Чего? Пошли отсюда. Да мы чемпионы по куличикам. Плохо танцуете. Не старайтесь совсем. Больше нет. Что же делать? Больше делать нечего. Не принимаем. Это нас-то. Мы бы таких куличей налепили. Таких. А вообще обидно, да? Знаешь, Тома, наверное, тоже обиделась, когда мы ее в индейцы не приняли. Ага. Есть идея! Скучно. Грустно. А пойдем к Тиме и кролику. С ними всегда весело. Мы же их не приняли. Они, наверное, обиделись. Я бы обиделся. Надо просить прощения. Девчонок не принимают. Не очень-то и хотелось. Прости нас, Тома. Будь нашим вождем, о, порхающая бабочка. И нас тоже, простите. Возьмите нас играть, пожалуйста. Да будет так, неудержимый поросенок. Кривые цветы. Держи.
время. Вот ваша морковка. А Даня и Фелиция пошли за кривыми цветами. Что? Даня! Фелиция, стойте! Ой! Сколько вам говорить? Нельзя ходить к пещерам, там опасно! Пошли домой! Я должен идти. До встречи. Тима, ты слышал? Он должен идти. Кривые цветы! Видел такие? Тома, ты же слышала, там опасно. Ну так хочется посмотреть. Только одним глазком и сразу идем. Вот они какие. Кривые цветы. О, теперь можно и домой. Ой, 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 ой. Тут кто-то есть? Есть. Кто есть, это? Есть. Привет. Опять крыльчата сбежали. Крыльчата, идите домой! Может, они попали в беду? Им надо помочь. По-моему, надо вернуться и сказать кролику. А по-моему, ты просто трусишь. Глупо идти вперед, когда не знаешь, что впереди. Иди, иди. Видишь, они зовут нас. Идем. Никого нет. Ну кричали же отсюда. Теперь с другой стороны. Куда же теперь, Тома? Ты туда, а я туда. Так мы их точно найдем. Съела почти все морковки. Это хорошо, Тома, иначе бы я тебя не нашел. Смотри, Тима, выход. Тома! Нам не выбраться. Думаю, у меня есть идея. Тома! Нет! Тима, ты что? Это наша сигнальная ракета. О, Тима, это мой цветок! Ну вот, весь урожай мы собрал... Кривой цветок! Я его он нашла! Прямо с неба прилетел! Пещеры! Ура! И раз! И раз! И раз! Стойте! Крыльчата! Они же там! Крыльчата? О, нет! Маня, Даня, Фаня, Ваня, Саня, Шаня, Маня, Фелиция. Все здесь. А кто же тогда в пещере? Кто ты? Я? Это же эхо. Увидеть его нельзя, зато услышать можно. Да! Привет! Привет! А я хочу тортик! Значит, пора ужинать. Да! Я! Все наоборот. Тима, привет! Идем гулять! Не сейчас, дочитать хочу. Мне чуть-чуть осталось. Тома! Ну ладно, я тебя подожду. А чуть-чуть, это вот столичка? А? Почти. Ура! Тома, давай ты подождешь на улице. Вот, почитай пока. Читать? Да это же скукотища. Я быстро. По-ло-са-тый ко-ло-бок. Полосатый колобок. Ерунда какая-то.
Сидим наоборот. По-обычному скучно, а вверх ногами весело. Я тоже хочу весело. А что делают, когда сидят наоборот? О, а я, например, читать буду. Я хочу, дай мне. Вы читать не умеете. Ой, зачем читать? Все по картинкам понятно. Вот же, нарисовано. Тут про барана. Жадного барана он нашел арбуз и понес его на вертолете домой, в горы. Летел над елями и увидел грибы. Жадный баран захотел забрать их себе. На вертолет сел на ежа и загорелся. Тушить пожар прибежал жук пожар. Вот. А баран? Что с ним стало? Ему ничего, пар царапин. Пришел индюк и помазал их йодом. Во! Арбуз. Арбуз отлично прожарился. Жареных арбузов не бывает. Бывает! А по-моему, здесь все наоборот. Это история про красивого барашка. Он хотел выпрямить кудряшки. Намазал шерсть арбузным соком. Но это не помогло. Тогда ему привезли из модного дома на вертолете специальный отвар из грибов и еловых веток. Шерсть стала, как у ежа, красивая. Девчачьи сказки. Сейчас, сейчас. Ух ты, слоненок. Слоненок решил утащить тортик у соседей. Большой тяжелый тортик. Пиу! Леска лопнула, и неуклюжий слоник улетел в фонтан. Правда! Слоненок в фонтане. Тома, что случилось? Это плохая книжка. Там пишут неправду про слонят. Как это? Где? Да вот же! Видишь, слоненок крадет тортик удочкой и падает в фонтан. Все смеялись над ним. Подожди, здесь все наоборот. Однажды слоненок спасателем стал. Он малыша из фонтана достал. Тот рыбу удил, но свалился за бортик. Да я слоненку герою вручается тортик. Ха-ха! Слоненку герою вручается тортик, да! А что там еще написано? Хочу прочесть ее всю-всю-всю. Сверху все наоборот, тучка по морю плывет. Эй, Тома, гулять пойдем? Сейчас, мне чуть-чуть осталось. А над нею в белой пене в небе пароход идет! Плохая примета. Сачок, веревка, зонтик, резиновые сапоги, соль, уху сварим, компас, чтобы не потеряться. А если мы все-таки потеряемся, Тима? Будем кричать в громкоговоритель. Тома! Чего, Тима? Ведро возьми, рыбу складывать. Хорошо. Плохие приметы. Эй, друзья, вы куда? На рыбалку. А можно с вами? Я так рыбку люблю. Держи. Какая удочка. Много рыбки наловим. В чемодане понесем? Ой, Тима. Ай! Я ведерко забыла. Надо вернуться, Тома. Возвращаться плохая примета. Что плохая? Примета. Если вернуться или соль рассыпать, будут неприятности. Так что полный вперед. Ой! А? Ой! Ой-ой-ой! Соль рассыпалась. Плохая примета. Сейчас что-то случится. Да ну, что плохого может случиться в нашем лесу? Правильно, Тима. Ой,
чемодан. Он сломался. Вот, я говорила. Спокойно. Я самый лучший в мире собиратель чемоданов. Ого! Та-дам! Перед вами новое изобретение. Чемодан-самоход. Ты самый лучший в мире изобретатель чемоданов. Так-так. Стойте, стойте! Тима, какой ногой ты споткнулся? Левой. Если кто-то споткнулся левой ногой, пути не будет. Плохая примета. Дальше идти нельзя. И что? Возвращаться, что ли? Возвращаться нельзя. Это что же, вперед нельзя и назад нельзя? А если задом наперед? Вот. И назад, и как бы нет. Ой! Ну все. Зеркало разбили, соль просыпали, на левую ногу споткнулись. Сейчас такое начнется. Такое! В дверь бухнула. Не знаю. Надо посмотреть, что там, Тима. А может, не надо, Тома? Слоны идут в разведку. Привет, это я. Плохая примета. Помогите. Ой! Спасите, выпустите меня. Ой, ау, ау. А я тут, понимаете, мимо шла. Дай, думаю, чаю попью. О, а у вас скатерть наизнанку. Плохая примета. Хватит, мы не верим в приметы. Правильно, Тима. Ну их. Только в хорошее. Клад. Ну вот, опять проиграл. Нет, Тома, и так играть уже нечем. Я ее найду, Тима. Ах ты хитренькая какая! Мне тоже проигрывать не хочется. Но я же под шкаф не прячусь. Ой! А это еще что такое? В первый раз такое вижу. Вообще? О! Тима, это что же, карта клада? И ключ. Его что же, бабушка зарыла? Давай лучше положим на место. Мало ли чего там, Тома. А если там много ли чего, Тима? Интересно, что там за сокровище? Может, волшебная палочка? Такое только в сказках бывает. О, качельный мостик. Интересно, он надежный? Сейчас и проверим, Тима. Может, не надо, Тома? Лучше пойдем домой, поиграем в шашки. Вот еще. Ой, ой, Тима, он качается. Ой-ой-ой, я дальше не пойду. Держись, Тома. Уж я держусь, Тима. Вот так уже не страшно. Да уж, Тома. Что
что-то есть хочется. Да и мне тоже. А вот бы сокровище. Это скатерть-самобранка. Раз, и чай с булочками. Горячий. Зачем такая скатерть? У нас же есть рюкзак. Раз, и вот тебе чай. Два, с булочками. Тима, ты просто волшебник. Кажется, это здесь. Ура! Ой, а чем копать? Мы лопату забыли. Ну, Тима, какой же ты запасливый. Я тут сейчас все выкопаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь. Нашли! Пусть это будет ковер-самолет! Мы тогда оп! И дома! Кто это, Тима? Похоже на деньги, но странные. Мороженое на такие не купишь. Бесполезный какой-то клад. Нет, Тима! Очень даже полезный, потому что знаешь, что это? Эх, даже не шапка-невидимка. Ты выиграла, Тома! Впервые в жизни, Тима! Значит, это волшебные шашки! Точно, Тома! Спасибо, бабушка! Раскопки. Вот здесь вот, вот так вот. Вот. Там. Так. Мусор какой-то. Тома, это не мусор. Это челюсть. Да, очень древняя челюсть. Тысячу лет назад тут жили доисторические бегемоты. Это почему это бегемоты? А может, слоны? Или доисторические поросята? А может, у нас были общие предки? Надо произвести раскопки. Вперед! К секретам тимопотамцев! Это еще кто? Наши предки. А почему не томопотамцы? Ну хорошо, назовем их тиматомцами. Ну вот, другое дело. Хорошая погода, а? Покупаемся. О, а это что такое? Ой, что это? Извините, сюда нельзя. Идут раскопки. Но мы хотим купаться. Раскопки – дело исторической важности. Ладно, позагораем на горке. Нет, 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 там главное место раскопок. Пойдемте собирать ягоды. Простите, туда тоже нельзя. Покачаемся на качелях. Проход закрыт, извините. Поиграем в футбол. Не сегодня. Так нечестно! Вы своей игрой все места заняли! Это не игра! Так, это надо очистить. А деньги с тех пор совсем не изменились. Может, мороженого купим? Нет, Тома, это ценный экспонат. Его надо сохранить для истории. Исторический музей тимотомцев. Как интересно. Ваш билет, пожалуйста. Вот это подойдет? Проходите. У меня вот. Прошу. Вот, возьми. Главным занятием наших предков была охота. Здесь вы видите наконечник копья тимотомцев и боевой бумеранг. Бумеранг?
Экспонат руками не трогать. Тиматомцы умели обрабатывать металл, делали монеты и грубые украшения. Ха! Так это же моя клипса! Я ее в Новый год на горке потеряла! Сами вы грубые! А наконечник от моей лыжной палки. Я тогда так прокатился. А я в тот день как раз клюшку сломал. Да! И мой брат монету потерял. Но этого не может быть. Ой, это же лисичкина расческа. Ее там где откопали? Челюсть тиматомцев. Челюсть! Ничего смешного. Благодаря этим предметам мы можем вспомнить, как провели прошлый год. Но для музея это не годится. Почему не годится, Тима? Просто это будет другой музей. Дорогие все, сегодня мы открываем наш первый музей. Музей истории поселка Пряники. Добро пожаловать! Музей открылся! О, ура! Новый музей! Классно! Кошелек! О, вкуснятина! Ух ты! Ого! Ух, Тим, как же хочется конфет, мороженого и томатного сока тоже. А? Ой! Тома, его кто-то потерял. Ура! Теперь все мои три желания сбудутся! Ой! Тома, надо отнести кошелек в бюро находок, чтобы его вернули хозяину. Но я же его нашла. А тот, кто его потерял, сейчас, наверное, плачет. Ну и пусть плачет. Кошелек! Пропал кошелечек! Вот видишь? На, возьми, я его нашла. Кошелек. Ура! Нашелся! Ура! Ой, ух ты! И его тоже кто-то потерял. Ни за какие деньги не понесу его в бюро находок. Тома! Кошелек! Потерял кошелек! Где же он? Где же кошелечек мой? Кошелек. Ой, ну где же он? Ой. На, он на земле валялся. Ура! Кошелек нашелся! Ура! Кошелек нашелся! Тима, это судьба. А, Тома, а я тут, понимаешь, кошелек где-то обронил. Вот незадача. Ой! Ух ты! Это ж мой! Вот радость-то!
Какой необычный был сегодня день. День потерянных кошельков. День найденных кошельков. Тома, большое тебе спасибо! Сима, сегодня же день исполнения желаний! Ура! Вот, угощайся. Спасибо. Ой, какая вкусняшка. Я кусочек. Thank you.